Всем привет! Сегодня мы возвращаемся к теме новогодних подарков, и сегодня у нас будет распаковка, то есть посмотрим те 4 подарка, которые именно попались мне. Возможно, это будет один из ваших подарков, или я не знаю, возможно, это будет кто-то с подписчиков. Посмотрим, какие там будут сообщения, может что-то кто-то передал привет, к примеру, я не знаю. Ну, в общем, будем смотреть. То есть мы ложили тогда, я помню, хорошие подарки, все мы максимально забили, и теперь будем аккуратненько открывать. По одному. Смотрим. Первый. 500 звездный пыль. Ну, в принципе, вот. От Йоланди. Я так понимаю, это Твин или Йоланди Сакеди. Ну. Так. В принципе, 500 пыли это хорошо. Дальше смотрим. Следующий подарок. Плюшкина. 5 семян. Ну, это, ну, будем сказать спасибо, конечно, любой подарок, это хорошо. Да, но 5 семян это самое-самое ненужное, скажем так. Но я не буду зарекаться. О, 60 камней пробуждения от гвоздики. Так, спасибо. И смотрим последний подарок. 500 миража. В принципе, 500 миража вернулось от Powerwolf. Ну, я вам скажу, подарки в этом году лучше. В прошлом году я открывал, и подарки были вообще печальные. Там вплоть было там, по одному материалу, по единичке. Я тогда на всех твинах закинул и проверял. Я не помню, там, по-моему, 4 твина. Я открывал там 16 подарков, что-то такое в этом роде. И реально практически все 16 были, ну, ни о чемные. Там вообще единицы, которые попались хорошие. В этом же году подарки были получше. Вот, всем спасибо за такие подарки, скажем так, и еще раз с наступающим Новым годом, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.